247 выездов, 8 административных протоколов и почти 130 гектаров, пройденных огнем. Камчатцы продолжают сжигать сухую траву и мусор. Об этом сообщили в краевом МЧС. Только за прошедшую неделю в отношении камчатцев были составлены 2 административных протокола. Так, на улице Шелихова в городе Елизово пенсионер сжигал сухую растительность в бочке на своем земельном участке. При этом он проигнорировал правила безопасности и не очистил территорию от сухой травы. Вылетевшая из бочки искра привела к пожару на площади около 10 квадратных метров. Пожар удалось вовремя потушить, пенсионеру грозит штраф. В другой раз пожарный инспектор села Мильково заметил 45-летнюю женщину, которая сжигала мусор на маленьком расстоянии от рядом стоящих строений и не очистила прилегающую территорию от сухой растительности. Теперь ей тоже грозит штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности. В МЧС напомнили, что за несанкционированный пал сухой травы грозит штраф. Для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, для ИП от 20 тысяч до 30 тысяч рублей и для юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. We'll be right back.